Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет. Привет. Хорошо, сейчас зайду, посмотрю. Башка чешется, походу. О, спасибо, Настя. Как вы думаете, сколько мне лет? Она чистая. Я ее помыла часа три назад. Ну, не надо было мне полить. Мне 20. Ну, что у меня на голове? Писькин праздник. О, спасибо за лайки. Кто такой щедрый? Кто-то. Спасибо. Новые брови. Привет, брат. Ты мне не сестра, ты мне брат. Может, через час, может, через пол. А может, вообще не пойду? Я не знаю. Ты меня не беси, блин, и так с этим траблы, с прогулками. Розважайся в українському стилі. Я буду розмовляти на українській мові. Жартую. Мені подобається на російській розмовляти. Потому что так удобнее. В нашей стране все привыкли, почти 50% говорить на русском языке. И мы все москали. Но я люблю Украину, а Россию нет. Короче, все, политику я не обсуждаю. Страну люблю их, а политика у них там, как и у нас. Короче. В жопу их. Мне скучно. Сумно. Мне скучно и сумно. И грустно. Ой, бля, 19%. У меня на зарядке телефон стоит. Поделитесь моей трансляцией, пожалуйста. Кому не сложно.
Всем сложно, понятненько. Очень интересно. Спасибо, Яша. Какая разница, у меня есть парень. Хлоп. Нормально, делишки. Ух ты, ё-моё, что красивое, спасибо. И не дерзко. В каком районе живешь? Неважно. Няшка, спасибо. Сколько лет? Неважно. Смысл всей трансляции, если не отвечаешь на вопросы? Отвечаю на вопросы, но просто где я живу, это перебор. И сколько мне лет? Какая разница, сколько мне лет? Я не хочу говорить, сколько мне лет. И не отвечаю на два вопроса. В каком классе, в какой школе? Нет, в школе отвечаю, в каком классе нет. Ну, красивая, спасибо. Окей. Есть черепаха. Понятненько. Мягкий знак. Словарь могу показать. Там темно, не могу показать. Очень весело смотреть трансу и гнать кого-то, да? Пиздец весело. Прикольно. Короче, я должна была пойти погулять в 6. Никого сзади меня нет. Я хотела пойти погулять в 6. Собралась, как обычно. А потом такое, Максим говорит. Мне надо убрать. Он убирает, так тут где-то 10-9. Охуенно. Сорян за мат, но так вышло. Просто бля. Хорошо, я тоже там буду делать. Я вырезала свою эмоцию. Простите, барышня, что я выразилась таким лексиконом. Если вам что-то не нравится, прошу сделать вот так и все. Проблема ваша решена. Спасибо, Альфред. Прикольно тебе. Как дела? Нормально. Ты еще дома? Да, я еще дома. Где мне еще быть? Понятно, жди, ждать не вредно. Где ты меня ждешь? Ты вообще кто? О, Максим. Прикольно тебе. Сколько времени? 7 в караоке. Понятно.
От 4 человек бесплатно. Шампусик плюс 2 песни. Бен Васильского 75. Спасибо, не надо. Арвет. Рум. Я на английском только читаю, но не отвечаю, так что... Привет. Ой, Максим, иди нахуй. Приветик. Настя. Соскучился по тебе. Интересно, кто ты? Да и нет. Не соскучилась по тебе. Спасибо. Спасибо. Я польщена.